В России официально представлена Hyundai Sonata 8-го поколения. Седан получил эффектную оптику, более дорогие материалы отделки салона, мультимедийку с парящим экраном и кнопочный блок управления трансмиссией. Передний свес машины стал короче, колесная база длиннее, а крыша и капот ниже. Это достижение новой модульной платформы. На выбор российских покупателей предлагается два мотора объемом 2 и 2,5 литра. Младший хорошо знаком нам по предыдущему поколению Sonata, а старший – это новый агрегат семейства SmartStream. У него сниженный расход топлива и выброс вредных веществ в атмосферу. Коробка передач, как и прежде, шестиступенчатый автомат. Новая восьмидиапазонная трансмиссия российской Sonata не положена. Восьмиступенчатая коробка, да, есть, но она несколько дороже. И мы считаем, что на данном этапе это ее установка нецелесообразна. Возможно, к этому вернемся. В список оснащения новой Sonata входят светодиодные фары проекционного типа, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, панорамная крыша и масса других опций. Отделка салона – тканевая или кожаная. Заказать новую Sonata можно как у дилера, так и на официальном сайте Hyundai. В последнем случае будет доступна особая версия онлайн. Вопреки ожиданиям, новая Hyundai Sonata не сильно дороже своей предшественницы, которая, кстати, тоже еще пока продается. Стартовая цена автомобиля – 1 499 тысяч рублей. Столько новшеств, а разница в цене всего лишь 19 тысяч. Поставки машин начнутся со дня на день. Правда, пока седан можно приобрести лишь с топовым мотором в 2,5 литра. А двухлитровая модификация появится в шоурумах в начале следующего года.